Сегодня я буду готовить цитрусовый мармелад из свежих апельсинов и лимона. Нам понадобится 2 апельсина, лимон, сахар, желатин и вода. Натираем на терке цедру. Затем отжимаем сок и смешиваем с цедрой. Добавляем 20 грамм желатина, размешиваем и оставляем на 15 минут настояться. Готовим сироп. Смешаем готовый сироп с цитрусовой смесью. Теперь нам нужно перемешать и процедить. Заливаем ровным слоем на противень и поставим на холод на 6 часов. Прошло 6 часов. Наш мармелад готов, осталось только нарезать. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Я желаю вам приятного аппетита и хорошего настроения!